Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую сегодня на моем канале и хочу вам дать очень интересную и полезную информацию. Во-первых, сегодня мой ролик посвящен будет торсионному генератору. Много людей проявили интерес к нему, и я решил сделать отдельный ролик. Если уместится у меня вся информация, увидите все и услышите. А если нет, просьба смотреть следующий мой ролик. Почему? Потому что эта информация будет ценная не с точки зрения работы, например, этого торсионного генератора, вот таких устройств, как ЭКУД и форсунка для воды, для оздоровления организма, для насыщения наших клеток полезной энергией и очищения воды от всяких примесей. Это все для оздоровления. А это для усиления передачи ваших мыслеформ на любые расстояния и за мгновенное время. То есть тут ни скорости нет, ни расстояния, хоть в космос передавайте. Это уже проверено. И как это работает? А главное, что я хочу сказать вам сегодня, если не успею, еще раз повторяю, это та среда, которая нас объединяет, из которой мы выходим и в которую все возвращаемся. Это божественная среда, светоносный эфир и носители энергии и информации этого эфира, торсионные поля. Мысль – это тоже торсионное поле. И этот генератор торсионный. Мысль через руку усиливается и передается в пространство. Как работает, на что влияет, все эти изделия у меня есть в электронном виде от производителя. Более точно, объемно пишите мне на почту, у меня их три. Оставляйте свой телефон и там все узнаете очень подробно. Я постараюсь коротко сделать, но все может быть, потому что я немножко тут вам кое-что покажу напоследок. Почему напоследок? Потому что я вам говорил, что я уже эти изыскания свои заканчиваю. Почему заканчиваю? Потому что я уже добился, что хотел, а сейчас только надо делать изделия. Я изделия делать не могу. У меня условия не позволяют, ни средства. Я вам всю информацию передал и сегодня передам. Хотите, делайте. Но я пошел по другому пути. Я буду в институте, Объединенном институте высоких температур в Москве. И там меня уже ждут. Я дам техническое задание им. И постараемся, чтобы нам сделали устройство. Оно может быть универсальное. Для электровелосипедов, для электрических моторных лодок, для инвалидов, для передвижения ихнего без аккумуляторов, квадрокоптеров, для бытовых целей маленького устройства, там на 3-5 киловатта, пусть качает энергию какое-то время, потом пластиночки поменяли, и опять оно работает. Может, это устройство нам сделают универсальное, конечно, не бесплатно. И нам передадут права на эти все устройства, и я планирую, если найду кого-то с деньгами, а я и к вам буду обращаться, у вас, конечно, денег нет, но в вашем окружении, может, и найдутся люди, потому что это очень выгодно. Это за 30 минут, за полгода возврат инвестиций, а на весь мир эти изделия будут востребованы. Поэтому, я думаю, мы найдем человека и будем производить. И они готовы, эти ученые, нам это все сделают. Я вот съезжу, узнаю стоимость, сколько будет по времени работать. Электровелосипед будет у вас ездить от 5 до 10 часов. А потом пластинки из алюминия поменяли. Это ж хорошо. По квадрокоптеру говорил, у них уже программа есть, Академии наук российской. Они это делают, но от помощи не откажутся. Так что я продолжаю этим заниматься. Сегодня я вам буквально хочу показать, не напоследок, это слово плохое, как все работает. По сравнению, вот я еще, что вам показывал в прошлом ролике на алюминии, я вам покажу сегодня на магнии. Один к одному все размеры. Вам будет интересно сличить, что же лучше, а лучше, конечно, магний. И мне будет интересно, во сколько раз, если все получится. Вот смотрите,
В прошлый раз я вам показывал такое изделие. Кстати, я его хотел вам отсылать, но желающих не нашлось. Вот маленький кусочек ткани, 5 на 10 сантиметров, с двух сторон графит. В прокладочку его оборачиваете, вискозную ткань, и это алюминий 5 на 20 сантиметров. Я хочу вот высылать 4 изделия, а на магнии всего 3 надо, потому что там напряжение сейчас увидим. Вставляем через прокладочку изолентой. Вот это я вам показывал все. Хотите, пожалуйста, на алюминий вышлю. И плюс вещество вышлю, которое нужно для этого изделия. Сейчас же я вам показываю на магнии. Суть вопроса в чем? Технология изменена. Там была пластинка 5 на 20, а здесь 5 на 10. Почему? Потому что магний, он не гнется. Ну, он ломается, как надо. И, ну, экономия может. Смотрите дальше. Все очень просто и очень доступно для вас, а главное ваших детей. Потому что я очень хочу приобщать молодежь к этому творчеству. Я сам вышел со станции юных техников при для меня Великом Советском Союзе. Я не боюсь этого слова. Я из СССР родился и получил там очень хорошее образование. И вот на станции юных техников мы там делали межпланетную станцию Земля-Марс. Пацан 15 лет, я бах, с Москвы, с ВДНХ, медаль золотую мне, пацану. Это сенсация в школе. Директор прославился. Я в то время еще ничего не мог понять. Что же такое? Вот, смотрите. И ткань. Но ткань 5 на 20, наоборот. С одной стороны, я перестарался, с двух сторон наклеил по запарке. Вот это я тоже могу вам все высылать. На три ячейки соберете сами. Посмотрите, ровненько прикладываю. Так. И вот бумажку делаю, чтобы, ну, изолента не прилипла. Это я уже вам показывал, но сейчас сравним с алюминием. Потому что все показатели у нас свежие в голове. И я, конечно, вот смотрите, прижимаем как можно плотнее. Так прижали. Потому что чем плотнее, тем больше ток. Почему? Я уже рассказывал. Так. И здесь. Ну, вот, примерно так. Все, и хватит. Так, лодочки мои. Хотя я и без очков могу, потому что я пользуюсь медицинскими средствами, экутами, форсункой и торсионником. У меня улучшение идет моих показателей физических. Острота зрения, а главное ума. Вот смотрите. Именно в сравнении с алюминием. Там, напоминаю, напряжение было 1,3 вольта, и ток короткого замыкания 850 миллиампер. Смотрим, друзья мои, вот смотрите, ну там что-то остаток, влага какая-то есть. Смотрите, опускаю, что показывает, виноват, не хватает шкалы 2 вольта. 2, ну 0,8 было. Сейчас 2, 10, 11 немножко растет. 2 вольта, там 1,3. Это основной показатель, что уже магний лучше. Их надо меньше. Поэтому 3 кусочка я вам отсылаю, 6 вольт. Вот для светодиодов. У меня работало 1,5 месяца. Сейчас вот я скажу одного человека, 2,13. Работало 7 лет. Но у него другая технология. Уникальные люди контактируют со мной. Благодаря им я, может, стану. Вот смотрите. Там было 850. Ну, здесь, в принципе, то же самое. 700 миллиампер. 700 миллиампер. Разницы большой нет потоку. Конечно, я ожидал побольше. И смотрите, я быстро что вам покажу. Вы только смачивайте, в воде не держите. Три ячейки соединили через прокладку, а потом каждые сутки двое смачиваете. И у меня 1,5 месяца так работало. Так.
Вот смотрите, блокинг-генератор самодельный. Я вообще-то пользовался американскими, 270 рублей стоит. Из Самары мне присылали, могу дать адрес кому. Вот смотрите, это 2 вольта, а светодиод-то не горит от 2 вольт. А я вам сейчас покажу 40-60, с чего это не загорятся с 2 вольт. А блокинг-генератор повышает напряжение, но уменьшает ток. Поэтому, друзья мои, это не лучший вариант. Вот смотрите. Ну, прекрасно. Что еще надо? Глазами прошу не смотреть. Особенно дети. Можете ослепнуть. И будете дядю Мишу ругать. Алхимик нас ослепил. Вот смотрите. 20 светодиодов. Ну не 20, тут сгорело. 4, 16. Вот, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот 40, 60 бы с 4, 56. И будет гореть, мама, как говорится, не горюй. Но это с маленькой одной ячеечкой, через блокинг-генератор. И кульминационный момент. Я приготовил точно такую же ячейку, как вчера. Ой, как... 22 числа мой ролик был. Только внутри магний. Вот он. Магний пустой, я могу слои намотать. И смотрите, что произойдет. Напоминаю, большая давала тоже где-то 1,2 вольта. А, 1,5 вольта давала. И ток мы получали 2 ампера, 2000 миллиампер. Сравниваем. Это главное в нашей деятельности, сравнение, анализ. Только благодаря анализу и сравнению мы подходим к истине. В этом и заключается совершенствование своего сознания, основное предназначение человека на Земле. Вот смотрите, там какая-то влага остаточная, я не проверял, 1,36. Все у меня... катод я брал с того ролика, катод, он влажный, притом там это сода была, ну промыл его как мог. Катод-то влажный. Вот показывает 1,36. Смотрите, очень важно, что я делаю и при вас. Притом, для магния я использую надсернокислый натрий. Неоднократно я вам говорил, натрий-2, С2, О8 его формула. В любых магазинах химреактивов стоит... в пределах 300 рублей за килограмм. Самое эффективное средство, которое я нашел. Из 70, которое я пробовал. Ну почему-то мне оно очень... На руки ничего не действует. Оно в перекись водорода превращается. А та щелочь вообще караул. Я чуть не задохнулся. Вы же видели, как я в том ролике кашлял. Но магний дороже в раз 5. И сложнее его найти. Вот смотрите, 1,94. Ну, оно немножко растет. Сейчас посмотрим. Напоминаю, 2000 миллиампер. Ну, я вам скажу так, что порошок у меня кончился, и мало я его туда кинул. Вообще-то я ожидал побольшего. Ну, то же самое 800. Но по напряжению больше и в прилично. Считайте, на очень большое количество процентов. 0,82, 0,83. Но обратите внимание, при коротком замыкании ничего не уменьшается. Это говорит о том, что емкость там тоже неплохая. То есть, смотрите, 0,83 держит. Обычно дашь козе, он тут же сел. Но любую батарейку замкните на козе и увидите, что там будет. То же самое все садит. Потому что миллиамперметр короткое замыкание делает, там внутреннее сопротивление. Вот он, даже растет. Смотрите, 0,85 уже, 850 миллиампер. Вот вкратце, что я хотел сказать. Делаем выводы. По напряжению однозначно лучше. По току вопрос спорный. Порошка я мало, скорее всего, просил. Жалел, у меня уже нет в банке. Ну, что есть, то есть. То есть, если сейчас к нему подсоединю блокинг-генератор, то сами понимаете, что я могу осветить. Поэтому все в ваших руках.
Я помогу материалами. Скажу, где графит купить ткань, скажу, где магний по дешевке в Москве. Делайте, творите, сделайте таких источников по 12 вольт. Их-то всего нужно, считайте, по 6-7 штук. Вот у вас и батарея на 12 вольт. Сколько, чего она будет работать, надо проверять. Смотрите, сколько держу, 0,86, еще растет ток при КЗ. Ну где такое видно? Так что, может, не зря я старался, и не зря я все это время что-то делал. Мучился, творил, а главное, давал вам информацию. Вот вкратце эта тема. С одной стороны, я доволен, с другой стороны, я думаю, что ток побольше будет. Ну, что есть, то есть. Так что заказывайте эти изделия маленькие. 3 штуки я вам высылаю. Магнит, ткань. Все соберете, инструкцию. Ну, детишки пусть делают. Так. Конечно, я все не успею. Ну, что успею, то и успею. Теперь смотрите, что еще осталось у нас, у меня. Вот пластиночка магния, маленькая, ну, может, там сантиметр на сантиметр, 2 на 2. Мне посоветовали, и уже делали люди, 7 лет работают у них эти изделия, покрыть с одной стороны гальваникой. Они покрывали медью, а я буду покрывать серебром или золотом. Это недорого. Порошок, килограмм для гальваники, золота стоит 8 тысяч рублей. Ну, надо просто найти, где ювелиры, где я нахожусь, ничего тут нету. Ну, и не нашел я гальваник. Смотрите, что происходит. Наносим гальванику золотом, ну и серебром для сравнения, на пластинку магния. И эти пары с ПН-переходом, кто занимается полупроводниками, знает, что такое ПН-переход. Мы собираем вольтов столб. Мои ячейки вольтов столб не собрать, они замыкаются. Поэтому их надо изолировать друг от друга и плюс-минусом соединять, наращивая последовательно. Там идет вольтов столб. Не надо никаких проводов. Прокладочка. Прокладочка служит бумага, тончайшая бумага. Ну, например, салфетка для пробирки вокруг. Собираем, смачиваем. Они смачивают дистиллированной водой. У него 7 лет работает на меди. Но на золоте, на серебре будет, и можно собирать столбики любые, любых размеров. Вес там будет ничтожный. Можно больше, меньше увеличивать. Главное проверить. Но у меня нет гальваники, негде дать. Ювелиры все отказываются, они боятся золотом работать. Может, у вас где-то? Напылите магние пластиночки. Я вам пластиночки вышлю. Мы попробуем. Если получится, это... Маленький корпус, набирай туда эти вольты в столб, и такие будут у нас источники энергии. Я говорю, мужика, ну не мужика, моего компаньона работала 7 лет. Вот он говорит, сегодня исполнилось 7 лет, пожалуйста. Он даже в руках ее греет, от нагрева она идет. Вот я хочу еще это попробовать. Если у меня получится создать ПН-переход и набрать вольты в столб, я обязательно вас извещу. Поможете мне гальванизировать, ну я буду признателен. И вообще, давайте мне больше информации, а я через канал уже буду говорить. Вот. Теперь дальше. Начну не с основного. Извините, потому что время мало, хватит только мне на вот эти медицинские для оздоровления. Поэтому начну с этого, но основная тема, следующий ролик, прямо без всякой лишних слов, я приступаю к торсионному генератору с моими изысканиями, как он работает. Пока в электронном виде пишите. Они уже есть готовые. Пожалуйста, все это я могу вам отправить. Ну, можете купить. Уникальная вещь. Я вам скажу, что со мной произошло, как я воздействовал на природу, на погоду, на животных. Ну, все есть, я вам говорил частично. Пока пишите в электронную почту, я вам описание, цену скажу этих изделий. А в следующем ролике, ну, через день, через два, посвящу, а главное не в торсионном генераторе, а главное, как он воздействует через торсионные поля, которые нас окружают. Это поля кручения левой и правой закрутки. Ими все пронизано. И все пронизано наше существование светоносным эфиром. Дух света. Это природное явление, которое ищут многие религии эту энергию. А энергия бывает энергоинформационная, то есть информация идет и энергия. Если мы можем взять энергию с этого эфира светоносного, чем занимался Тесла, у нас источники энергии будут, и такие мы уже создали. Пока я держал в руках на 300 ватт, а вообще-то сейчас делаем на
на 20 киловатт. Вот такая коробочка небольшая, ничего в ней нет. Просто оттуда все берется. И это не 3 дня. Вы знаете меня, что я вас не обманываю. Намного. Шутка. И идем дальше. Вот смотрите, форсунка. Пишите мне на почту и номер телефончика свой для контакта. Мне ваш телефон особо и не нужен, но бывает, что почта какая-то не доходит. Вот смотрите, начнем с форсунки. Это активируется вода. PH практически становится щелочным. То есть главное дать раскисление организму, чтобы он нормально работал. У нас закисляется организм, и поэтому клетки плохо функционируют, и организм стареет. То есть он стирает с воды мусорную информацию и превращается в естественный природный энергетический напиток, эта вода. Повышается энергетика организма, идет улучшение метаболизма, укрепляется иммунная система, идет мощная стимуляция головного мозга, улучшается память, реакция, интуитивное мышление. Со временем организм человека укрепляется и оздоравливается. То есть будет отдано на исследование в институт имени Можайского, по-моему, да, как это влияет на растения. Рост растения великолепный становится, когда водой опрыснуть и там еще вот, даже вот этим генератором. Вот. Там будет заключение, я вас ознакомлю, как это делается. Сейчас оно отсылается уже не с блоком питания, а с адаптером. Вставляете в сеть, ну хотите где-то в полевых условиях, применяйте батарейки 3 вольта. А там адаптер в сеть, светодиод, там, он обязательно нужен для поляризации. Все, как говорится, от него идет. Включаете, и вот отсюда кап-кап-кап за час, вот. Ну, в день хотя бы 2 стаканчика, 3 надо выпивать. Я выпиваю. Прекрасно. Смотрите, разрезаете такую 5-литровую баночку. Навертываете, заливаете сколько вам надо воды, ну литр на день, например. И отсюда кап-кап в емкость, естественно, включаете, светодиод светит, и, как говорится, как говорил один человек, процесс пошел. Вот это что форсунка? Пишите, не вопрос. ЭКУД. Пассивный усилитель биологического излучения, который генерируется телом человека, биополе. ЭКУД за короткое время полностью восстанавливает потенциал биополя, избавляет от деформации и пробоев, улучшение настроения происходит, прибавка жизненных сил, помогает не болеть, пребывать все время в хорошем расположении духа, вести активный образ жизни в любом возрасте, продлевает жизнь. Это походный вариант. Как большим пальцем прикасаетесь к шунгиту, а 3 остальных вот на эти металлические пластинки, тут медная и еще одна цинковая. И все, там очень сложные технологии, объяснено все в электронном виде, что я сейчас буду вам говорить, как чего. Там все, секретов никаких нет, и это никакая эзотерика там какие-то. Это все научные показания, это природные технологии. Вот, это что касается вот этих изделий. И плавно в следующем ролике я перехожу на торсионный генератор, о полях говорю, об эфире, о торсионных полях, как он работает, устроен, на что воздействует и какие чудеса можно творить через него. Вот я молитву совершаю, конечно, ну не церковную, у меня своя молитва, посвященная чистому белому свету, в котором нет тьмы. Он везде сущий, и вам никто не скажет, где Бог находится. В следующем ролике я скажу не то, что где он находится, а что он из себя представляет. Вот. И я молитву включаю, обращаюсь, ну, утром и вечером, перед сном. И это намного усиливает мои мысли формы и передает в пространство, гармонизируя его, если вы даете добро. Если зло, естественно, оно будет искривляться, и это нежелательно делать. Если нас будет много, ну, кто-то там, кто-то обладает и мысли формой, кто-то мысли формой может из эфира, вот этого светоносной среды, предметы воспроизводить. И я вам скажу об этом человеке, я к нему ездил, но не доехал. Но к нему были ездили великие люди, и что произошло с Черномырдином Виктором Степановичем, председателем нашего правительства, который, ну, у него не очень праведный человек, что с ним произошло там, у этого человека, я вам расскажу.
что он испытал и что он получил от этого человека, который может из воздуха материализовать предмет, что он ему подарил. Это в следующем ролике у меня тут есть такой пунктик. Это все среда вездесущая. И вот это просто воздействует, соединяется с этой средой, ее немножко поляризует, и мыслеформа через руку летит с дикой скоростью, которая не знает ограничения и по расстоянию. Космос — это не вопрос передать. Ну, я на 4000 передал мысли, так это смешно по сравнению с космосом. Может, я на Луну передам. Ребята, спасайте. Вот вкратце на такой позитивной ноте я заканчиваю свой сегодня ролик. Смотрите через день про Торсионе. Это самое основное мое будет выступление. Не про генератор, чтобы там вы его покупали, не реклама, а о среде, которая нас окружает. И как через нее можно творить чудеса. И что нужно человеку, чтобы подключиться к этому. Все очень просто. Всех благ вам, удачи вам, вашим близким. Желаю вам исполнения ваших благих дел и мыслей. Смотрите, следующий мой ролик будет очень интересен. До свидания.